спиртные напитки и курила электронную сигарету прям в салоне. Прям в салоне. Прям в салоне. Свидетели есть, смотрите. Я написала номера телефона, вот здесь они расписались. Вы тогда опрашиваете, я займусь гражданином. Административное правонарушение на борту воздушного судна. Я бы знал. Какой знак? Я бы Вы знал. О чем говорите? Я бы знал, то, что. Я бы знал, нельзя курить, нельзя бухать, там нельзя. Вам делали замечания неоднократно, сотрудники экипажа? Ну, вы на них никак не реагировали. Сейчас вы будете привлечены к административной ответственности. Ну, здесь не отходит, ничего нет такого. Я спокойно. Ну, пиво, что. Ну, я с Турции вернулся. Вот, Маша, ребята, ну что случилось? Вот просто едет. Нас... Заявление. Прошу вас привлечь к ответственности за нарушение распития алкогольных напитков, курение электронной сигареты прямо в салоне самолета. Ты хочешь, Маша, лейтенант? Ну... Старший бортпроводник. Свидетели, пожалуйста. Вам что-нибудь. Вот про сигареты, ну, честно, я... Плюс оскорбление свидетелей. То есть мелкое хулиганство. Да они сидят, вот здесь сидят. Какая разница, где они сидят? Вы оскорбляли граждан, на замечания их не реагировали. В ваших действиях признак административных правонарушений – это потребление алкогольной продукции в общественном месте, мелкое хулиганство. Вот обратите внимание, перед гражданином вручали акт на борту во время перелета. То есть ему было сделано замечание прекратить курение на борту воздушного судна, прекратить употребление алкогольных напитков, передать алкогольные напитки, находящиеся при нем, члену кабину экипажа. То есть гражданин на эти требования не отреагировал, продолжал совершать противоправные действия, нарушать общественный порядок. Все, не сигарет. А наружно при гражданине видели, да, товарищ? Ну, уведомление. А уведомление вам было передано командиром воздушного судна. На что вы не среагировали и продолжали нарушать общественный порядок. Да с чего? Плюс ко всему вызвали беспокойство членов экипажа своим поведением. Да вот кого? Вот двух баб сзади вызвал. Вот беспокойство. Знаешь, им не понравилось. Все, вот наши вот две бабы, суки, попались и все. Всем похер было. Вот две бабы, суки. Ты что начинаешь, Маша, чем тебя щемишь? Что случилось? Собирайте вещи. Все, лично всем. Все, собирайте вещи свои. Со стола, да, вещи собирайте. Со стола в первоочередности вещи убирайте.